Всем привет, ребята! С вами я, Мурат, и я играю в Shadow Fight 2 Special Edition. Я победил Титана, так, это Сёгун. Так, я вам покажу, как же сделать такого Сёгуна. Итак, заходим вот сюда, дай все. Так, я разденусь, сниму все. Так, вот и готово. Дай все, у меня катаны Сёгуна нету. Ой-ерой. Шлем с полумесяцем, острый чакрам. У него две магии. Какая еще магия у Сёгуна? Как там она называется? Как там, ну, метеориты, астероид. Астероид, по-моему, крутая. Нет, огненный столб. Тоже у Сёгуна есть. Так, астероид лучше. И вот и наш Сёгун готов. Так, на. Ну что ж, Сёгун готов. Есть! Я собрал сет Сёгуна, и сейчас Сёгун будет против киборгов Титана. Так, ну что? Так, ой-ерой! Крутой доспех вообще. Я Сёгун, я полноценный Сёгун. Ну что-то я тень. Надо как-то взломать вообще. Надо щиты какие-то сделать. В следующий раз я в проводнике пробовал, но у меня не получилось. Я пока обычный тень. Так. Ай-яй-яй, хватит. Хватит меня там бить. Чё творишь вообще? Что ты творишь, Изумруд, вообще? Ну, мне надо, наверное, аватарку поменять. И это будет полноценный Сёгун. Еще надо... имя Сёгун. Ой, ты! Ты серьезно так со мной поступил? Вот тебе. Изумруд. Так, ты кто такой? Берил, на тебе. О, видал, Берил. Берил, видал. На тебе. Дай все. Катана такая у меня. Так. Эй, подержи, на тебе. Вот тебе. В следующем видео, наверное, я вам покажу, как сделать сет, как там его, сет отшельника. Как сделать сет отшельника? Мы будем делать сет отшельника. Или, может быть, сет рыси будем делать. Кого? Напишите в комментариях. Главное, чтобы комментарии не были отключены. В следующем видео, что мне сделать? Сет отшельника, либо сет, как там его, рыси первого босса. Я не люблю, когда игра зависает. Мой телефон что-то глючит стал. Эй, ты чё творишь? Ты чё стреляешь-то? Ты чё, снайпер какой-то? А, отпусти этот пистолет. Ай, мне по голове, мне же больно. Ну все, он меня победил.